Здравствуйте, уважаемые садоводы и огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале «Про цветок». Сегодня мы поговорим с вами еще раз о зеленом удобрении. В одном из наших выпусков мы говорили о том, что зеленое удобрение является прекрасным средством подкормки вегетирующих растений в огороде. Оно позволяет нам эффективно утилизировать растительные остатки, которые образуются в процессе прополки, например. Наряду с компостированием в результате получения такого зеленого удобрения мы также получаем утилизацию с образованием ценного продукта для сада и огорода. Одно из неприятных таких явлений, которые сопровождают подготовку приготовления этого удобрения, является неприятный запах. Запах действительно зверский, что и говорить. Вот здесь в лаборатории это только небольшая часть тех банок, в которых мы проводили эксперимент по оценке влияния различных добавок к этому удобрению на запах. Вот завоняли, провоняли всю лабораторию. Это, конечно, какой-то кошмар, как оно воняет. При этом многие почему-то считают, что вот этот запах, или наоборот, хороший запах этого удобрения свидетельствует о его высоком качестве. Почему-то многие блогеры делают акцент на том, что вот у меня получился хороший продукт с хорошим запахом, и это вот очень-очень хорошо, и все хлопают в ладоши. Не очень понятно, с каких пор хороший запах органического удобрения является показателем его высокого качества. Ну, все органические удобрения, может быть, за исключением хорошо разложившегося компоста и листовой земли, имеют достаточно неприятный запах. Свиной навоз, навоз КРС, навоз там конский, кроличий, помет, все они, в общем, попахивают достаточно серьезно. Для того, чтобы разрешить эту дилемму и проблему, что же нам все-таки выбрать, приятный запах или неприятный, и как улучшение запаха, и какие способы улучшения запаха есть, и как они влияют на качество вот этого зеленого удобрения, мы поставили большую серию экспериментов. Для этого мы взяли контроль, то есть просто вода и зеленая масса растений. Мы взяли, использовали Байкал М1, вот такой вот препарат. Я его специально так показываю внимательно, чтобы видели, в какой бутылке что это было. Вот, взяли сияние 3, поскольку на нем написано, что ускоряет компостирование пищевых отходов, навоза, растительных остатков. Поэтому испытали. Вот. Ну и еще один взяли секретный ингредиент. Кроме того, мы еще использовали дрожжи, молочную сыворотку. Значит, что я вам могу по этому поводу сказать? Ну, с вашего позволения, вот здесь перед камерой я открывать их не буду. Я их там под тягой уже открывал и, так сказать, тщательно нюхал, да, на хорошем расстоянии. Какое же оказали влияние различные добавки на аромат этого удобрения? Ну, контрольный вариант, скажу вам, конечно, пах — это просто сногсшибательно. Просто ужасно. Кроме того, у него, ух ты, вот накапал, сейчас не дай бог на себя, это будет конец света. В контрольном варианте мутность этой жижи довольно высокая. Она мутная, она такая вот, ну видно, что туда проникло из травы, из этой зеленой массы значительное количество различных веществ. О боже, воняет ужасно. Вариант с добавлением Байкала пахнет значительно меньше, вот этот вот резкий, такой очень неприятный, такой навозный запах, он такой ослабленный при добавлении Байкала. У него появился несколько такой горчичный острый запах, кислый запах. Ну, я бы сказал, что он пахнет, вариант с Байкалом, таким, ну, крепким силосом. Вот силос тоже имеет такой неприятный запах, но если запах разбавляется, то, в принципе, он достаточно терпимый. Добавление сияния никакого влияния на запах не оказало. Собственно говоря,
не оказала влияния не только на запах, но и на скорость разложения вот этого компоста. Тоже травины эти мы вынимали, смотрели, насколько они сильнее разложились. По крайней мере, если речь идет о 7-дневной выдержке вот этих вот банок, то никакой разницы с контролем здесь не было. Единственное, что бурление в сиянии было меньше. Все-таки там что-то есть в этом сиянии 3, потому что здесь бурлило капитально, газообразование в первые дни шло очень активно, а в сиянии 3 оно было гораздо-гораздо меньше. Очень сильное бурление шло после добавления Байкала. Аналогичное Байкалу влияние оказало также добавление молочной сыворотки. Тоже запах оказался такой послабее и более приятный, такой более квасной, более кислый, особенно если он в разбавленном состоянии находится. Аналогичное влияние Байкалу оказало добавление вот этого, вот этой вот жидкости. Вот это не что иное, как рассол из-под квашеной капусты. Я взял квашеную капусту, слил оттуда рассол и добавил точно такое же количество, как рекомендуется на упаковке Байкала. Я вам хочу сказать, что результат меня порадовал после добавления вот этого рассола даже больше, чем от добавления Байкала. Запах был какой-то даже, ну нельзя сказать, что он приятный, но по крайней мере не настолько отвратительный, как в контроле, ну и даже лучше, чем при добавлении Байкала. Добавление дрожжей оказало влияние на запах только в первые двое суток. Впоследствии, после выдерживания уже на третьи-четвертые сутки, запах не отличался от контрольного варианта. Естественно, что чем дольше вы выдерживаете это зеленое удобрение, тем больше полезных для растений веществ из самой зеленой массы переходит в раствор, собственно говоря, который и используется для подкормки. Далее, давайте поговорим о том, почему вообще этот отвратительный запах появляется. Дело в том, что процессы, в основном, которые здесь происходят в этом зеленом удобрении, являются анаэробными. Многие говорят о том, что для снижения запаха, вот этого гадкого запаха зеленого удобрения, нужно прибавлять варенье, мелассу, сахар, там еще что-то в этом роде. Это правда, это действительно очень хороший действенный способ с точки зрения запаха. В этом случае преимущество вот в этой системе зеленого удобрения получают молочнокислые бактерии. В ходе вот этого молочно-кислого брожения анаэробного образуется преимущественно молочная кислота, очень незначительное количество спирта и какое-то количество углекислого газа, в зависимости от того, какая молочно-кислая бактерия туда попала. Если это бактерии из Байкала или рассола квашеной капусты, в этом случае газообразование будет значительным. Поставьте такую бочку в теплице и подкармливайте углекислым газом свои растения. Это будет очень хорошо. Если это сыворотка, то газообразование будет гораздо меньше. Ну просто там другие виды кисломолочных бактерий работают. Значит, кислотность этого удобрения очень резко возрастает, благодаря чему там не могут развиваться гнилостные бактерии, гнилостная микрофлора, там не развиваются плесневые грибы, там не развиваются другие бактерии. Однако же, хотя само по себе повышение кислотности этого удобрения вреда ни почве, ни растениям не несет, ведь это образуется молочная кислота, органическая кислота, которая быстро подхватывается микробиомом почвы и разлагается до безопасных продуктов, и в общем-то опасности дальше от этой кислоты никакой нет, почва она не закислит точно. Однако же в серии наших экспериментов мы показали, что, к сожалению, микробиологический состав такого удобрения является очень бедным. Оттуда выпадают две группы агрономически эффективных микробов. Это фосфат мобилизующие бактерии и это азотфиксирующие бактерии. Вот это активное кислотообразование в результате добавления сладких продуктов и в результате добавления обогащения этой системы кисломолочными бактериями, оно
приводит к обеднению микробиома. Поэтому ценность этого удобрения падает во много раз с точки зрения пользы именно для растений. И экстракция полезных веществ, вот разложение, степень разложения вот этой зеленой массы также становится гораздо ниже. Вы просто получаете жидкий силос, который консервируется, который приобретает более-менее выносимый запах, и все на этом. Вот в этой жиже полезного остается довольно-таки мало. Кто же обуславливает вот этот гадкий запах? Этот гадкий запах обусловлен масляно-кислыми бактериями. Маслянокислые бактерии способны сбраживать сахара, они способны сбраживать молочную кислоту, которая образуется молочнокислыми бактериями. Она способна разрушать белки, что для нас очень важно, потому что из этой самой зеленой массы белки разрушаются, и азот переходит в раствор. Вот кисломолочные бактерии и из Байкала, и из капустного рассола на это абсолютно не способны. Они, наоборот, подавляют действие тех бактерий, которые способны это делать. Кроме того, образуется муравьиная кислота, образуется янтарная кислота, очень важная для растений. Образуется, собственно, масляная кислота, которая зверски воняет. Образуется уксусная кислота, образуется вонючая пропионовая кислота, образуется гадко пахнущий сероводород, образуется некоторое количество углекислого газа, и образуются различные одноатомные, многоатомные спирты, которые тоже обладают отвратительным запахом. Однако вот этот отвратительный запах, в этом суть того, что этот продукт является полезным, потому что если там не будет образовываться аммиак, если там не будут образовываться какие-то продукты распада белков, если там не будет образовываться янтарная кислота, если там не будет образовываться муравьиная кислота, то ценность этого удобрения, ну, она просто не сводится, ну, незачем тогда этим и заниматься абсолютно. В случае, если мы добавляем дрожжи и сахар, при наличии кислорода вот в этой верхней зоне, там бочки наши, например, образуется достаточно большое количество спирта, углекислого газа. Если мы сахара добавим побольше и сделаем меньше кислорода, это то, что у нас в толще происходит, ну, то есть у нас будет образовываться больше молочной кислоты. Тоже запах улучшится, но молочная кислота — это не тот продукт, ради которого мы делаем это самое удобрение. Поэтому, к сожалению, плохой запах является показателем очень высокого качества этого удобрения. Если вам не нравится этот запах, если он беспокоит ваших соседей, ваших родных и близких, вам просто нужно отказаться от приготовления этого удобрения, а делать какие-то быстрые компосты уже сухим способом в другой системе. Если же все-таки вы можете жить в мире с этим запахом, как следует разбавлять это зеленое удобрение, лучше чаще подкармливать, но более разбавленными растворами, то ничего туда не добавляйте. Ни Байкала, ни рассола от капусты, ни сияния, ничего туда добавлять не нужно. Пускай образуется, пускай воняет зверски, в этой вони есть весь смысл этого зеленого удобрения. Ну, надеюсь, что вам сейчас станет более понятна позиция по зеленому удобрению. Может быть, вы смиритесь с этим отвратительным запахом. Все-таки можно как-то закрывать эти бочки, чтобы запах этот, ну, не распространялся все время по участку или по теплице, а был только в процессе использования этого удобрения. Вот такая вот позиция. Надеюсь, что все-таки вы будете пользоваться этим удобрением, потому что рост стимулирующих веществ, фитогормонов, каких-то полезных веществ, в том числе, которые помогают бороться с болезнями, и по заключению многих наших зрителей, и с вредителями, потому что муравьи хорошо толпами уходят при использовании именно вонючего этого удобрения, крот уходит именно при использовании вонючего удобрения, медведка гораздо реже посещает те гряды, где используется именно это вонючее удобрение. Вот будете все-таки использовать его в том натуральном первоначальном виде,
в котором оно получается при закладке зеленой массы просто в воду. На этом я прощаюсь с вами. Задавайте ваши вопросы, давайте обсуждать эту тему под этим видео. Всегда рад нашему общению, всегда рад нашим встречам. Всего хорошего!